Я побывал в магазине вашего пациента. К сожалению, он покончил с собой. Что ж, неудивительно. Простите, что зря потратил ваше время. Не совсем зря. Я нашел улику, которая объясняет, откуда взялись эти жуткие твари. Если вам интересно, профессор Вестербрук называет их стигийскими жнецами. А что именно вы нашли? Дневник вашего пациента. Его сны стали слишком реальными. Он пытался не спать, принимал стимуляторы, но ничего не вышло. Когда он все-таки заснул, рядом с ним появились эти стигийцы. Словно вышли из его кошмаров. Психический феномен, материализация. Меня это пугает. Боюсь, такие кошмары мучают не только его. Я побывал в доме того больного, Белса. Его родные превратились в таких же тварей. Невероятно. А вы определили источник заражения? Во всем виновата тварь, которая вылезла из затопленного подвала. Похоже, жидкость, которую они изрыгают, заразна. Тогда ее необходимо изолировать. Эти литийские мстители очень опасны. Эпидемия может уничтожить весь город. Как вы их назвали? Литийские мстители. Все эти пафосные названия монстров придумал профессор из университета. Ваши исследования меня заинтересовали, доктор Грант. Есть еще какие-нибудь поручения для меня? Какой энтузиазм. С вашей помощью я смогу совершить настоящий научный прорыв. Спасибо. Могу направить вас еще в пару мест. Там гораздо опаснее, а в одном из них чудовища просто огромны. Но и награда вас не разочарует. И во что я только ввязываюсь? После потопа закрылся один из самых крупных магазинов в Окмонте. Туда попытался проникнуть грабитель, но ему, скажем так, помешали. На вора напал огромный вайлдбист, и он еле спасся. Но если здание было надежно заперто, то как эта тварь туда попала? А что за второе место? Там твари поменьше? Местный ресторан, о котором ходит дурная слава. Нет, не из-за еды. Там пропало несколько женщин, полиция ничего не нашла. Я лечил спутника одной из пропавших девушек, он был серьезно ранен, и все твердил о каких-то прыгающих челюстях. Он тоже был в ресторане? Именно. А что самое интересное, ресторан до сих пор открыт. Пожалуйста, сходите туда и выясните, как это возможно. Счастливо.